Котик, привет! Ты сегодня уже сидишь и читаешь книжку. Нам еще 3 дня до 7 месяцев. А ты уже сидишь, читаешь книжки. Ну и что будет, а? Вот такие дела. Мы сидим, читаем книжечку и переворачиваем странички, да? Давай, переворачивай. Переворачивай. Молодец. Молодец. Смотри, какая книжечка. Вот так. А что делает улиточка? Вот так мы сидим. На радость всем, да? Сидим сами, сами сели уже. Ну вот, моя зяйка моя. Ну и тетя такая сосредоточенная. Что там в книжечке есть? Вау, смотри, как интересно. Класс. Интересная книжечка. Вот, будет бабушке с дедушкой радость посмотреть. Что там у нас такое в книжечке? Что там у нас в книжечке? А? Давай посмотрим. Давай, вот так. Вот так. Молодец. Что там такое? Интересная книжечка. Туру-туру-тур. Зайка, пора вставать, идти кушать. Что будем делать? Будем кушать или будем сидеть? Скажи, мне нравится сидеть, да? Первый раз. Давай, пододвину тебе книжечку, давай. Дотянулась? Теперь ты знаешь, что если нажать на эти штучки, то будет музыка. Давай, нажимай еще. А что улиточка наша делает? Что улиточка делает? Вот такие дела. Нам уже почти 7 месяцев. А мы уже сидим сами. Все, отключаемся, идем кушать. Пока.